Солнце по небу катит, вновь ему в небе тесно. Пусть в человеке светят, не гаснут добрые песни детства. Ансамбля «Мария Покровская». Мы очень рады снова видеть наших дорогих зрителей. Ваши знакомые лица, искренние добрые улыбки и снова дарить вам хорошее настроение. Прошло всего 5 лет, и мы снова встретились в Государственном Кремлевском дворце, где свой очередной юбилей отмечает знаменитый, неповторимый, дружный, веселый и жизнерадостный ансамбль «Песни и пляски» имени Владимира Сергеевича Локтева. Сегодня в зрительном зале самые разные поколения локтевцев. Родители нынешних юных артистов, педагоги-ветераны и друзья, которые любят наше творчество. Давайте приветствовать друг друга громкими аплодисментами! Ансамблю 85 лет. Совершенно заслуженно юбиляры принимают поздравления на главной сцене страны, где выступают те, кто своим талантом и упорным трудом заслужил это право. Вместе с нами
На юбилейном концерте люди, которые заботятся о развитии детского творчества, поддерживают культуру и образование нашей великой страны. Дорогие друзья, министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки города Москвы Александр Борисович Молотков. Художественный руководитель ансамбля имени Локтева Леонид Михайлович Фраткин. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы знаете, есть имена, которые со временем становятся брендами, узнаваемыми марками, а есть имена, которые со временем становятся легендами. Имена, которые становятся знаком качества. Имена, которые становятся гарантией высокого профессионализма, гарантией высокого мастерства, гарантией хорошего настроения от встречи с очень качественным, высоким искусством. Согласитесь, когда мы говорим, произносим ансамбль Моисеева, ансамбль Александрова, у нас сразу возникает такой очень позитивный ряд ассоциаций, связанных с их искусством. Я думаю, что не будет преувеличением, если скажу, что ансамбль Локтева смело можно поставить в один ряд вот с такими прославленными коллективами. А может быть, даже и немножко выше, потому что этот ансамбль детский. И детский только по возрасту своих участников, а не по уровню мастерства, которое они представляют. И именно потому, что в ансамбле Локтева самому старшему участнику всегда лет 17-18, наверное, не больше. Именно поэтому ансамбль всегда в начале пути. И у него всегда большая светлая дорога. И я хочу обратиться к ребятам. Это очень волнительно, очень торжественно выступать на главной сцене страны. Но у вас сегодня замечательный зал, потому что в зале те люди, которые вас всегда поддерживали, поддерживают и будут поддерживать. Это ваши родные, это ваши друзья. И, дорогие зрители, спасибо вам за то, что вы всегда рядом с такими замечательными юными артистами. И, конечно, не могу не сказать слова благодарности Елене Хасимовне, Леониду Михайловичу, всему вашему огромному коллективу, вашим коллегам за тот вклад, который вы несете, за то добро, которое вы несете, за ту частичку души, которую вы вкладываете в наших общих детей. Поэтому с днем рождения и всего самого доброго и светлого пути. Дорогие друзья, ансамбль Локтева – это достояние нашей страны. И страна поздравляет ансамбль с юбилеем на самом высоком уровне. Приветственное письмо помощника президента Российской Федерации Владимира Ростиславовича Мединского. Дорогой Леонид Михайлович, от всей души приветствую вас в связи с торжественным мероприятием, посвященным 85-летию ансамбля песни и пляски имени Локтева. За годы своего существования детский музыкальный коллектив, созданный благодаря усилиям композитора и педагога Владимира Сергеевича Локтева, дал путевку во взрослую жизнь многим поколениям молодых людей. Его история – пример творческой и самоотверженной работы людей, вкладывающих в своих подопечных свою душу и весь свой профессионализм, таких как Алексей Сергеевич Ильин, Виктор Семенович Чунин и многих-многих других.
уникальной как по диапазону направлений деятельности, так и благодаря богатейшим творческим традициям, ансамбль песни и пляски имени Локтева по праву занимает особое место в отечественной и мировой музыкальной культуре. Дорогой Леонид Михайлович, хочу пожелать вам, вашим коллегам и воспитанникам дальнейшей плодотворной работы, новых успехов и всего самого наилучшего. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Вспомните, друзья, все мы когда-то были малышами. Все мы однажды обрели несравненное счастье соприкосновения с искусством, стали частью светлого и яркого мира, имя которому – ансамбль песни и пляски имени Владимира Сергеевича Локтева. Пройдет совсем немного времени, и маленькие артисты повзрослеют, перейдут в основной состав ансамбля, чтобы дарить зрителю настоящее творчество, настоящее мастерство. Еще через какое-то время они поступят в профессиональные учебные заведения, развивая и приумножая навыки, полученные в ансамбле имени Локтева. А сейчас они делают свои самые первые шаги. И очень символично, что эти шаги они делают на самой главной сцене страны. А без вашей поддержки это сделать очень и очень трудно. Громкие аплодисменты, дорогие!
Ваши аплодисменты, дорогие друзья, этим маленьким и юным замечательным артистам, которые так сердечно и искренне поют о нашей с вами родине. Давайте еще раз им громко поаплодируем. Любой специалист, знаток танца, может сказать, что хореография в ансамбле песни и пляски имени Владимира Сергеевича Локтева – образец для подражания. Эти постановки можно смотреть вечно. Сколько в них огня и задора, вдохновения и мастерства. Каждый танец смотрится легко и свободно. Но мы-то с вами знаем, сколько труда, упорства, порою слез вложено в эту легкость, в этот успех. Oh,
Сегодня ансамблем взята еще одна высота, недостижимая ранее планка, очередная значимая дата. 85 незабываемых, полных яркими событиями лет. Отмечая юбилей, снова и снова с волнением и трепетом мы произносим имя нашего любимого учителя Владимира Сергеевича Локтева. С огромной благодарностью вспоминаем его наставления и советы, отеческую заботу о каждом из нас, душевное тепло и сердечность этого человека. И наш концерт – это еще одна возможность вспомнить и его самого, и его произведения, которые дарили и продолжают дарить нам хорошее настроение, вдохновение и радость встречи с творчеством ансамбля. Дорогие друзья, в юбилейной концертной программе ансамбля сюита из произведений Владимира Сергеевича Локтева. Наша Родина, цвети, все подруги.
Много лет прошло с самого первого концерта, который состоялся в ноябре 1937 года. А всего лишь за год до этого великого события в газете «Пионерская правда» появилось объявление о создании в Московском городском доме пионеров и октябрят в переулке Стопани детского ансамбля «Песни и пляски». В апреле 1937 года в ансамбле, объединившем 250 московских школьников, началась кропотливая творческая работа. И уже через полгода, 16 октября, «Пионерская правда» сообщила всей стране, что ансамбль «Пионерской песни и пляски» готовится к своему первому выступлению. Все эти годы от самого первого выступления в ансамбле живут традиции высочайшего мастерства, любви к прекрасному, заложенные и приумноженные замечательными руководителями и наставниками, вдумчивыми педагогами и воспитателями. Ансамбль стал родным домом для тысяч московских школьников. И это заслуга педагогического коллектива, собранного из настоящих энтузиастов, профессионалов, чья доброта и сердечность созвучны с доверчивой и ранимой детской душой. В ансамбле живут традиции грамотного и вдумчивого общения с детьми, заложенные первыми педагогами.
Ваши аплодисменты. Сегодня ансамбль вновь собрал друзей. Настоящих, преданных, искренних. Мы дружим с музыкантами, композиторами, поэтами, хореографами, вокалистами, самыми разными творческими коллективами. Многие из знаменитых артистов и руководителей известных коллективов начинали свой путь в ансамбле имени Локтева и никогда не забудут своих наставников, научивших прекрасному, подсказавших им путь к большой сцене. Ансамбль принимает поздравления от друзей. На сцене учащиеся школы-студии при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. Директор и художественный руководитель школы-студии, выпускница ансамбля имени Локтева, народная артистка России Гюзель Апанаева. Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Ансамбль Локтева – это уникальная школа наставничества, большая, дружная семья, воспитавшая несколько поколений умных, добрых, чутких людей, навсегда породнившихся с творчеством, искусством, чувством прекрасного. Прежде чем объявить следующий номер, мы говорим слова благодарности педагогу, наставнику, хореографу Светлане Эдуардовне Стрельцовой, которая поставила один из самых любимых зрителями танцев. Этот танец по традиции исполняет подготовительная группа хореографии, а аккомпанирует ей подготовительный оркестр «Пионер». Полечка, учись танцевать! Thank you.
Песни в исполнении хора ансамбля имени Локтева стали гимнами нашего детства. Они вели и ведут нас к свершениям и победам, зовут к мечте, звездам, покорению дальних морей и полюсов, дарят счастье и радость. Их знает вся необъятная наша страна. Ансамбли подпевали столицы многих стран мира, а в самой Москве нет концертного зала, в котором не выступал бы наш хор. Воспитанникам ансамбля всех поколений судьба подарила общение с замечательными педагогами. Один из тех, кого можно назвать настоящим примером, достойным подражания, Хосе де Филиппе Арнайс, наш любимый хормейстер и педагог. И мы с удовольствием приглашаем его на сцену. Аплодисменты, друзья! Франц Шуберт, Баркарола. Солистка, выпускница ансамбля, заслуженная артистка России, солистка Московского музыкального театра «Геликон оперы» Марина Калинина.
солистка, выпускница ансамбля, заслуженная артистка России, солистка Московского музыкального театра Мельконоперы Марина Калинина. Под сенью спутанных ветвей, по каменистым склонам, гонец весны, лесной ручей, бежит с хрустальным звоном. Земле продрогшей шлет лучи приветливое солнце. Ручей поет, ручей журчит и весело смеется. Неразрывно связана с эпохальными вехами в истории нашей страны. Первый год Великой Отечественной войны. Дом пионеров на Стабане. Рядом фронт. Почти каждый вечер воют сирены воздушной тревоги. В нетопленном помещении звучит рояль. И наперекор сирене поют дети. Очень скоро они станут участниками фронтовых бригад. Будут выступать на заводах, в госпиталях, в действующей армии. 17 юных артистов ансамбля награждены медалью «За оборону Москвы». А художественный руководитель Владимир Сергеевич Локтев – боевым орденом Красной Звезды. Мы хотим исполнить одну из песен, посвященных великому подвигу нашего народа. Но сначала слово ее создателю. Дорогие друзья, ансамбль песни, ансамбль имени Локтева с юбилеем поздравляет народная артистка Советского Союза, герой социалистического труда, композитор Александра Николаевна Пахмутова. Дорогие ребята, педагоги, любимые локтевцы, от всей души поздравляю вас с юбилеем. Спасибо ансамблю имени Владимира Сергеевича Локтева
за многолетнее исполнение и моих песен. Локтевский ансамбль славится не только своим мастерством, но и искренним душевным исполнением. Только песни, идущие от сердца, могут стать любимыми и по-настоящему народными. Поздравляю вас! Желаю и дальше много-много лет держать высокую планку, когда-то заданную Владимиру Сергеевичу Локтеву, и не переставать идти вперед так же ярко и смело, как вы это делали до сих пор. С праздником, дорогие друзья!
солист Юрий Копырин. Дорогие друзья, еще раз ваши громкие аплодисменты. Великое произведение, великое исполнение. И лишь сохраняя память и подвиг нашего великого народа, у нашей прекрасной страны есть и будет большое и прекрасное будущее. Спасибо ансамблю имени Локтева за прекрасное, тонкое сохранение этой важной нашей памяти. Аплодисменты. Друзья, все творческие люди немножко волшебники. Ведь не каждому дано своим искусством перенести нас, например, в жаркую Африку или, наоборот, в ледяную Арктику. Наши волшебники-артисты прямо сейчас помогут нам оказаться на большом корабле. На бескрайних просторах морей, океанов, где вздымаются волны, бушуют шторма, корабли под командой лихих капитанов держат курс через бури и злые ветра. Thank you.
Юбилейный концерт – это своего рода творческий отчет нынешнего поколения локтевцев перед теми, кто занимался в ансамбле раньше. Несомненно одно – дух ансамбля жив. Никуда не делась та индивидуальность, не пропал наш уникальный, узнаваемый стиль. И лучшие, проверенные годами и поколениями песни, танцы, музыка, которые гордо и вдохновенно звучали десятилетия назад, также гордо звучат сегодня, воспитывая, направляя на верный путь, вдохновляя к победам. Совсем недавно произошло знаменательное событие в жизни ансамбля песни и пляски имени Локтева. Наш коллектив стал лауреатом премии службы внешней разведки Российской Федерации имени Евгения Максимовича Примакова. С приветственным письмом директора службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Евгеньевича Нарышкина на сцену приглашается председатель Совета ветеранов Службы внешней разведки Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Витальевич Погудин. Художественному руководителю ансамбля песни и пляски имени Локтева Браткину Леониду Михайловичу. Дорогие друзья, сердечно поздравляю прославленный ансамбль имени Владимира Сергеевича Локтева со столь знаменательной датой – 85-летием со дня основания. У истоков вашего знаменитого на весь мир детского ансамбля стояли уникальные мастера отечественного музыкального искусства, которые щедро делились с ребятами своими талантами на протяжении многих лет. И сегодня новое поколение локтевцев продолжает заложенные великими педагогами традиции. Отдельно я хочу отметить то, с какой готовностью и усердием вы помогаете сохранять светлую память о героях нашего Отечества. Спектакль «История разведки. История страны. Ядерный щит», который был создан на основе документов разведки,
уже нашел своего зрителя в России и наверняка из-за своей актуальности будет востребован на международной сцене. Не случайно в этом году коллектив ансамбля был удостоен авторитетной премии СВР России в области литературы и искусства имени академика Евгения Максимовича Примакова. Постановка не просто передает трагизм событий того послевоенного времени, но и до глубины души поражает зрителей невероятно взрослой и осмысленной игрой юного поколения артистов. Сегодня я с радостью поздравляю вас с праздником, желаю новых успехов, аншлагов и нескончаемых аплодисментов. С уважением, Сергей Нарышкин, 8 апреля 2023 года. Леонид Михайлович, еще несколько слов. Мы, разведчики, давно дружим с коллективом ансамбля, прекрасно. Правда, мы немножко постарше, нам 102, вам 85, но разница в возрасте нам не мешает дружить. Вы знаете, у вас в репертуаре есть прекрасная песня одна. Она, правда, исполняется обычно в конце, да? Ну, может быть, и сегодня прозвучит, но там есть прекрасные слова. Должны смеяться дети и в мирном мире жить. Есть такая песня. Вы знаете, почему я говорю об этом? Наша служба, служба внешней разведки, делала, делает и будет делать все для того, чтобы ребята жили в мирном мире, чтобы на нашей родине всегда было мирное небо, и чтобы ребята смеялись, пели, учились, влюблялись и, конечно, пели ваши замечательные песни. С праздником! Всего вам доброго, новых успехов! Спасибо огромное! Друзья, давайте громко поаплодируем. Спасибо большое. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагмент спектакля «История разведки. История страны. Ядерный щит. Посвящение детям Хиросимы».
аплодисменты. Ансамбль имени Локтева дружит с оркестром Службы внешней разведки Российской Федерации. Это совместные репетиции и выступления в самых разных концертных программах. Музыканты оркестра, как старшие наставники, делятся с юными оркестрантами ансамбля секретами мастерства. Сегодня с нами на сцене начальник оркестра Службы внешней разведки Российской Федерации, заслуженный артист России, полковник Борис Бугаткин. И солистка оркестра ансамбля имени Локтева Майя Одинцова. Друзья, давайте еще раз громко поаплодируем. Творчество ансамбля открыто для культурного наследия всего мира. Репертуар постоянно пополняется новыми песнями, танцами и мелодиями разных культур и народов. Вот и сегодня у нас премьера. Зажигательные латиноамериканские ритмы вдохновили на создание не просто танца, а целой сюиты. Итак, встречайте огни карнавала!
исполняется впервые. Thank you.
Уважаемые зрители, завершилось первое отделение концерта.